то, что запечатлено на видео, это неприемлемо и категорически нами осуждается. В свою очередь, мы не сомневаемся, что МВД проведет компетентное разбирательство, закон для всех один, и виновные понесут наказание. В свою очередь, совместно с клубами мы сейчас предусматриваем спортивные санкции, поддерживаем решение клубов рассмотреть вопросы вплоть до расторжения контрактов. В свою очередь, Российский футбольный союз изучит внимательно возможные спортивные санкции. Мы, Российский футбольный союз, тренерский штаб, футболисты проделали очень большой путь, чтобы развернуть отношение людей к сборной России, к футболистам. Мы очень дорожим репутацией и, еще раз повторю, категорически осуждаем произошедшее. Спасибо.